Мы находимся в библиотеке Московской консерватории, в библиографическом отделе. Юрий Николаевич Холопов долгие годы был тесно связан с библиографическим отделом. Он являлся научным консультантом издания «Библиографический указатель «Музыка», который выходил многие годы совместно с участием библиотеки имени Ленина, а ныне продолжается как электронная база данных уже силами нашей библиотеки. Самые старые публикации Юрия Николаевича мы видим вот здесь, карточки на них в нашей библиографической картотеке. Это более сотни карточек с самого начала деятельности Юрия Николаевича. Конечно, библиографический отдел, библиотека консерватории собирает все материалы, связанные с Юрием Николаевичем Холоповым. В фонды библиотеки передана личная библиотека Юрия Николаевича. Это около 4000 названий разные издания. Кроме того, это, например, программы конференций, посвященные памяти Юрия Николаевича Холопова, газетные вырезки, где пишут о нем, его публикации, например, в «Советском российском музыканте» и так далее. И, конечно, это полная библиография, связанная с Юрием Николаевичем Холоповым. Это более 500 названий, но, правда, сюда входят и многочисленные дипломные работы, диссертации, написанные под его руководством, а также сборники, где он являлся составителем и так далее. Фонды библиографического отдела отличаются от фондов других отделов, куда мы приходим брать ноты и книги, тем, что у нас очень много так называемого листового материала. Это программы концертов и конференций, это газетные вырезки, это, ну, естественно, карточки в картотеках на статьи самых разных авторов и так далее. В преддверии конференции, посвященной памяти Юрия Николаевича Холопова, библиотека готовит выставку его публикаций, которая будет оформлена рядом с читальным залом.